Всем привет, друзья! Когда-то Sierra была крупным издателем культовых игр, чего только стоило Half-Life. После него были и другие громкие хиты, такие как серия Fear и Хроники Риддика. Но среди таких мастистых творений есть такая игра, которую все забыли, однако в то время она старалась отличаться. Что самое интересное, сделана она русскими разработчиками. А если учитывать, что это какой-никакой большой проект Sierra, то задаешься вопросом, что это за игра такая, о которой забыли и при этом сделана русскими, что добрались до цепких лап Sierra? Знакомьтесь, Time Shift. Проект питерской команды Saber Interactive стал для них серьезным событием, но отнюдь не первым. Еще ранее они отличились своей игрой под названием Will Rock. Тогда ее никто серьезно не воспринял, ибо она получилась по большей части клоном Serious Sam. Спустя 4 года на свет появляется Time Shift при поддержке Sierra. Игра сама по себе масштабнее, не только по наполнению, но и в коммерческом смысле. Выход ее состоялся на PC и на консоли 7-го поколения, Xbox 360 и PlayStation 3. Кстати, по словам одного из разработчиков, игра бы могла выйти на год раньше, но в какой-то момент Sierra поручила игру освежить и улучшить во многих отношениях, а также сделать версию для консоли от Sony, дабы на старте пополнить игровую библиотеку системы и расширить свою аудиторию. В течение всего года команда кропотливо работала над улучшением Time Shift и испытала в частности много проблем при разработке под PS3. Эта система сама по себе была очень сложной для разработчиков, тем более в первые годы ее жизни. У Saber Interactive тогда совсем не было опыта в консольных играх, хотя при поддержке Microsoft с версией игры под Xbox 360 проблем не возникало. Все шло к тому, что версия для PS3 задерживается. Ребята решали проблему оптимизации, поскольку локации загружались неприлично долго, а фреймрейт оставлял желать лучшего. Но в конце концов, все проблемы позади, и в продажу PS3 версии игры выходит через 20 дней после релиза на Xbox 360 и PC. Что в итоге получилось? Пожалуй, игра вышла в не самое подходящее для нее время. Напомню, что осенью 2007 года мир увидел первую часть ставшей культовой серии BioShock, не менее удачный Call of Duty 4 Modern Warfare, ну а про Portal, Half-Life Orange Box и Stalker в этом же году я вообще молчу. Вот и главная причина того, что игра оказалась проходной и о ней многие уже позабыли, она попросту не выдержала такой конкуренции. Time Shift пытается казаться высокобюджетным AAA проектом, используя уникальную в своем роде механику, позволяющую играть со временем, но спотыкается об нелепые ошибки, которых в игре такого уровня быть попросту не должно. Во-первых, это графическая составляющая. Практически нет мест в игре, где она бы выглядела превосходно. И я сейчас говорю не с высоты мерок современных реалий, а именно по критериям того же 2007 года. Да, в некоторых локациях эффекты дождя выглядят симпатично, но модели героев кажутся резиновыми, ненастоящими и с достаточно рваной анимацией. Враги же практически все на одно лицо и друг от друга мало чем отличаются. Серьезно, но по сравнению со своими конкурентами, вышедшими в том же году, например, BioShock, Time Shift выглядит бледно и совсем таки бедно. Во-вторых, слабый левел дизайн. У игры была возможность быть шире, глубже, заставить игрока исследовать локации, планировать свои маневры при боевых действиях. А на практике же мы имеем дело с абсолютно посредственными коридорными уровнями. Если вы видите три двери, то обязательно две из них будут либо заваленными, либо выглядеть неживыми, что сразу становится ясно, куда идти. Когда дело доходит до серьезных перестрелок, то дай бог вам удастся найти хотя бы один удачный уголок для укрытия при перестрелках. Здесь работают лишь законы коридорных шутеров. Беги вперед. Вперед и стреляй первым. И тут мы подходим к третьему недостатку, не раскрытая в полной мере механика со временем. Как вы уже наверняка знаете, у костюма нашего героя есть три способности – замедлять время, полностью останавливать и последняя – инверсия времени. Одни функции потребляют больше энергии у костюма, другие – меньше. Задумывалось, что в жарких перестрелках мы можем манипулировать своими способностями, обманывать своих врагов и делать это красиво. По факту, учитывая бедный левел дизайн, на практике достаточно лишь замедлить время и начинать атаковывать. Этого вполне хватит, чтобы устранить больше половины врагов на локации, с остальными можно разобраться уже без манипуляции со временем. Таким образом, эта механика не работает так, как должна, но чтобы совсем не выкидывать ее со счетов, разработчики напихали в игру достаточно эпизодов, где действие того или иного костюма необходимо де-факто. К примеру, нужно нам пройти через огонь как-то. Надо лишь остановить время, тогда огонь будет бездействовать и не причинит нам вреда. В других моментах, чтобы куда-то запрыгнуть или добежать до закрывающейся двери, замедление времени также необходимо.
Сами враги, кстати, тоже порой заставляют использовать эти фишки, потому как здешние противники тут весьма настойчивы и агрессивны, бороться с ними на равных бессмысленно. Определенно нужно атаковывать замедлением времени первым, иначе они возьмут количеством. Но, к сожалению, в отдельности они очень глупы и ничего кроме как стрелять с одного места они сделать не могут, искусственный интеллект у них на уровне пушечного мяса. Это все может и не так уж и плохо, но в игре нет таких фрагментов, где все эти фишки гармонично бы использовались и сочетались друг с другом, делая бои красивее и вообще выводя такие поединки на новый уровень по экспириенсу. За примером далеко ходить не надо, серия Prince of Persia на это всегда ставила, и у нее это получалось. Мы гармонично использовали манипуляции со временем не только в бою, но и в акробатических ситуациях. Возможно, порой это и не требовала игра, но было интересно экспериментировать. В Time Shift же такого нет, все однотипно и вполне ожидаемо для игрока. Тем не менее, в основе своей геймплей неплох, персонажу дают достаточно оружия, с этим проблем не возникает. Перестрелки выглядят динамично, сложность в нужный момент подстегивает. Местами в это даже становится интересно играть. Тем более, сама по себе игра не такая уж и длинная, ее продолжительность это порядка 8 часов геймплея, что для шутера совсем немного по современным меркам. В нее стоит сыграть, если вам импонируют фишки с управлением времени, или если вы просто большой любитель шутеров и находите в ней недооцененный шедевр. Но все, что она может дать, это несколько дней пострелушек и замедление времени, дабы напоминать иногда игроку, что наш главный герой не так уж и прост, как кажется. За глубоким геймплеем и тем более сюжетом к Time Shift обращаться не стоит. В сухом остатке здесь только разминка пальцев, да и небольшая, но все-таки гордость за отечественных разработчиков, чей труд так и появился на консольном рынке. Ну а я прощаюсь с вами. Если вам было интересно, то ставьте большие пальцы вверх этому видео, такая ваша помощь действительно помогает каналу развиваться. Ну и пишите в комментариях свои впечатления об игре, играли ли вы в нее, понравилась она вам или нет. Жду ваших историй, увидимся уже скоро, всем пока!